Мода барышни переменчивая. И то, что было в тренде совсем недавно, не обязательно будет актуально в следующем сезоне. При этом с индивидуальным подходом к деталям. Как все учесть и ничего не пропустить. Мы расскажем про вещи, которые скоро войдут в моду, но купить их стоит прямо сейчас. Толстовки и худи – это предметы гардероба, которые относятся к спортивной стилистике. Но блогеры научились их интересно вписывать и в повседневные образы. Для этого выбирайте модели без карманов, каких-то активных деталей, желательно в бежевом, бежево-коричневых или белых цветах. На нашей модели вы можете видеть образ в спортивном стиле, который прекрасно впишется в повседневную жизнь. Худи, спортивные джоггеры и кроссовки, а также сумка через плечо. Джинсы – незаменимый и базовый элемент гардероба. В новом сезоне стоит отдать предпочтение длинным парам с ультраширокими и контрастными подворотами. Это не просто вынужденная мера из-за лишней длины. Это целая философия. Нужно разбираться в этом, если хочется быть по-настоящему модной. Также скоро войдет в моду необработанный деним. Обращайте внимание на джинсы с необработанными краями, рваными. Они будут наиболее актуальны в осенне-зимнем сезоне. Ловите модный лайфхак. Найдите джинсы, которые у вас давно находятся в гардеробе, и обрежьте их самостоятельно. Вы можете найти куртки с необработанными краями, которые будут очень актуальны в этом сезоне. Вот-вот войдет в тренд кэт-сьюты. Это разновидность комбинезонов, плотно облегающих тело. Цельные единицы из сетки, кружева, шерсти или трикотажа. То, чем стоит пополнить свой гардероб этой осенью. Вязаные вещи – это тренд осенне-зимнего сезона. Особенно актуальны свитера, кардиганы, как будто бабушка связала. Обратите внимание, что модели с длинными рукавами будут наиболее модными. Что может быть практичнее, чем вязаные вещи и трикотаж осенью? Обратите внимание на удлиненные модели с длинными рукавами. Теперь вы знаете, какими вещами следует пополнить свой базовый гардероб на осень-зиму 2021-2022. Наши советы помогут не ошибиться при составлении привлекательных луков.